Полетели смотреть финал, господа. Полетели смотреть финал. С вами Фанатрока. Всех приветствую. Всем, кто остался у нас на финале. Финал был 5. Первая карта... Господи, хотел сказать Дэн Умбани. Кайсерские замашки, да. Я все жду, когда они нож в руки возьмут, когда бегут. Ну и команды у нас, за которые нужно болеть. Это команда Сайфера. Называется Quake Fortress. Против команды Reunited. Ну, скорее всего, конечно же, они выиграют. Предыдущие матчи у нас заканчивались со счетом 2-0 постоянно. Постоянно 2-0, только 2-0, только хардкор, никаких 2-1. Одни были близки, за третье место играли Team VE против Project X. И там могли, в принципе, ребята сделать 2-1. Но что-то не получилось. Ладно, что у нас по пику? Как всегда, Обезьяна, Дзиньята, Люсио, Люся, Симетра, Жнец и Макри. Против точно такого же почти состава, отличается только Рейнхардом, которого, кстати говоря, нет у защиты, что интересно. На самом деле, действительно интересно, потому что, ну, видимо, Обезьяну взяли. Так, ладно, что у нас? Три саппорта, да? Три саппорта у защиты. Рейнхард, Зиньята, Лусио, Обезьяна, Макри, все те же персонажи у нас, четыре человечка. А вместо Симметра у нас, можно сказать, Гэнзи. Reunited — профессиональная команда вроде как по Overwatch. Ладно, смотрим, у нас нападение будет Шарик, как всегда, кстати говоря, на своем любимом. Кензи тоже и Shadow, Shadow. За Shadow особенно надо смотреть, на самом деле. Shadow очень жестко играет вообще, в принципе, на Гензи. Мы сейчас это увидим воочию, ребятки. По второму этажу, как всегда, идут. Ну и смотрим, да, очень хорошо Гензи двигается. Види, да, эти чертовы пушки от Симметры. Да, Зиньяту находит. И сейчас отвлекался двух игроков. Но тем временем все равно тимвайп произошел от команды Reunited. Попытался что-либо сделать вообще у нас Макри, но там пушечки тоже были от Симметры. Симметра, я так понимаю, 4 пушки может ставить, да? Было 5-5-0, да какие? Теперь 3-0, ну да. Так, ну пока что очень далеко у нас ребят находятся от точки, которую нужно захватить. Потом еще груз надо провести, соответственно... Смотрим, да, опять же, Симметра делает свое грязное дело. Что ты делаешь? То есть, пригвождение сделал для того, чтобы просто убить пушки Симметра. Ну, это было достаточно интересно. Я думаю, маленькое волнение у ребят все-таки есть. Все-таки сильная команда. Финал, тем более, за разницу в 3260 рублей сейчас борются ребят. Потому что 4888 рублей они уже точно получили в свою копилочку. Так, у нас Заря берется. Анака вместо Дзиньяты поменяли. Так, было ли что? Что-либо... Нет, не заменили ничего у нас в защите. А, Обезьяну решили взять. Но Обезьяна тоже хорошо достаточно. Заря было бы, конечно, как по мне, немножко лучше. Но если он ворвет свою ульту, которая, кстати говоря, будет не скоро, потому что он только что поменял персонажа, то будет достаточно все неплохо. Ну что ж, Еще 3 минуты до конца этого раунда, если, конечно же, они не смогут ничегошеньки сделать. Ладно. Что-то я все пропускаю. Да пропускаю, не знаю... Телепорт у нас, кстати говоря, есть у защиты, что очень важно, его разрушили. Ну и попытались здесь что-либо сделать, ничегошеньки не получается. Соответственно, 2 минуты 30 секунд, можно сказать, осталось до конца этого раунда. Потому что пока они еще дойдут, пока соберутся вместе, Рейнхард, надо за Рейнхардом, на самом деле, смотри, пока он дойдет, у него откатится как раз-таки ульта. И под эту ульту можно уже будет выбивать точку А. Фондом 1 лям. Хотел бы там поучаствовать, но, увы, мы минор не прошли даже. Но очень четко Симметра здесь отыгрывает, как всегда, в принципе, потому что Симметра на карте Дэн Умбани очень полезная, благодаря, вот, потому что по второму этажу частенько ходит, да, соответственно, там поставить вот эти вот микропушечки, да, было бы идеально. Ну и ладно, в итоге у нас Shadow... Убивают также Шарика, причем убивают Зиньята. На дальнем расстоянии у него достаточно тоже неплохой дамаг. Ну и пока что все очень и очень грустно для команды нападения, для команды Сайфера. Пытается пока что Макри хотя бы что-либо сделать. Туизи минус Анак. Но тут Зиньята хорошо залетел, сразу же похилил. Обезьяна залетает наверх, обезьяна в куполе. В куполе можно, может Макри спокойненько здесь...
разобраться, но ульта обезьяны не дает ничегошеньки сделать. Она смотрит за Шедоберном. Шедоберн делает уже один минус. Может быть, сейчас еще и второй сделает. Она Кензи, шарик делает по минусу. Хорошо, можно, в принципе, защищать уже плента. Выбивать его точнее. И да, пошло, поехало. Одна, пятая уже где-то есть. И можно, в принципе, продолжать это действие. Так, Кензи у нас залетает сразу же. Минус от Зиньяты происходит. Ладно, смотрим, что у нас. Шарик далеко еще слишком от базы. Пока что не проходит удачно все это дело. И, возможно, первый раунд уйдет в копилочку команды Re-United. Ну что ж, последняя атака, скорее всего, начинается прямо сейчас. Смотрим за Рейнхардом. У него 50 еще секунд до ульты. Поэтому будем смотреть, скорее всего, за обезьяной. За, соответственно, Макри, у которых ульты есть. Как они ими воспользуются. И, возможно, благодаря этому они смогут что-то сделать. Но Анак сразу же умирает за обезьяну. Его просто сразу же уничтожили. В итоге Макри пытался еще что-то сделать. В итоге 40 секунд до конца раунда. Ну и это, похоже, ГГшника, ВПшника. Ульта пошла в двух игроков. Ну и благодаря этому все-таки смог шарик одного убить. Туизи. Минус Туизи. И все очень и очень грустно, на самом деле, для команды Сайфера, которая называется, напомню, ребят. Не помню, как называется. Склеротики, понимаете, все дела. Да. Зиньята взял Жнеца. Но вот последние 10 секунд такое себе, на самом деле, меня персонажа. Старый я слишком стал, чтобы запоминать все названия, понимаете? Смотреть уже концовку было незачем, потому что у нас было 4 человека только на точке, и, соответственно, там бы они ничего даже вчетвером не сделали. Ну что ж, Симметра, лучший момент матча. Давайте посмотрим на лучший момент матча. Это первый раунд, напомню, первая карта. БО5, противостояние, ну, бани первая карта. И, кстати говоря, да, вот как раз Симметра делает пушками свой один минус и убивает Гензи. Ну что, Quake Fortress. Проиграли вы свой первый раунд, но теперь в обороне будет, возможно, полегче против Re-United. Не, прикольно было бы, кстати, вот, да, у нас есть эпический матч, когда тебя 5 человек похвалили. Вот если бы еще могли хвалить люди, которые находятся в спектрах, да, соответственно, это следующее 10 похвал, это легендарный матч. Ну и было бы, если 15, то это был бы мифический матч или супер-пупер легендарный матч. Или убийственный матч. Не знаю, как можно еще назвать. Было бы. Второй раунд. У нас Quake Fortress, соответственно, будут играть за защиту теперь. Второй раунд. Если они выдержат... Вот, кстати говоря, вопрос. А если они выдержат? Да? И у нас машинка не поедет. То что тогда? Ничья? Победила дружба, поделит эти 3000 пополам и разойдется по-хорошему. Два первых места. Так, у нас есть солдат, кстати говоря, у нас есть такой же состав, какой был в предыдущем при атаке. Сайфер на Жнеце, Анак на Зиньяте вместо обезьяны, Кензи на, соответственно, Макри, Шэдоу, а как всегда, на Гензи, Форсейкен у нас на Лусио, саппорт и Шарик, как всегда. Ну вот у него мейн, видимо, это танк великолепный под названием, так, господи, ты мне переключишь, что нет? Рейнхард. Очень жесткий ближний бою. Очень хорош в PvP сражениях 6 на 6 командных, я имею в виду, конечно же, потому что у него очень сильная ульта, которая станет вроде на 3 или на 4 секунды даже противников. Благодаря этому можно тимвайпать спокойно. Ты контролируешь просто ситуацию, ты защищаешь еще вдобавок своих. Свои еще вдобавок через это дело простреливают, все. И вообще все замечательно. Ладно, у нас есть также, кстати говоря, Гензи у атаки, у команды Re-United. Обезьяна, Рейнхард, два танка, Лусио, Зиньята, стандартные, соответственно, саппорты. И дамагер, еще один Макри. Макри очень часто берут, на самом деле, ни разу не видел ни Ханза, ни Мэй, никого из них.
Рейнхард у нас промахивается. Кто у нас морта делает? Да блин, можно мне от первого лица? Спасибо большое. Так, Гензи умирает. Дайте мне еще вот это вот. Хорошо. И пока что все достаточно неплохо у защиты. На самом-то деле Гензи в виде Shadow пытается все-таки пробить оборону. Сайфер. 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 Но тот очень жесткий игрок на Шнице, но пока что у него ничего не получается. Если они просто займут поинт, то это уже будет вин, да? Нет? Уже вин. А, уже, господи, я даже не заметил, как они забрали. Лол. Лол, а как ты... Я вообще пропустил, как они так быстро заняли груз. Что за убер-скорость? Не, ну там понятное дело, что у нас Зиньят убили, у нас Рейнхард убили, потом еще убили Макри, после этого у нас... Я уже начал смотреть за Сайфером, который был один на точке. А, ну да, да, пока Сайфер воскрес, то, соответственно... Да, они захватили груз и... Выиграли! Выиграли первый матч, первую карту. Да. Жестко, жестко. Скажу я вам, очень жестко. Так, ладно, что у нас по драву? Следующие карты. Следующая карта будет через... Не знаю, сколько времени. Не знаю, останавливать, не останавливать для Ютуба. Видео. Мне мама сок купила. Счастливый человек, а. Прям счастливый. Понял, пересоздали лобби. Залетаем туда. И сразу же, скорее всего, начинаем. Так, Kings Row будет, навряд ли. Ну, сейчас посмотрим, будет ли новый черк-карт. Мы уже залетели, две команды почти залетели, одного только ждем у команды Reunited. И у нас еще Nexa нет в спектаторах, вроде как. А так все. А мне крылышки из KFC. Ну, Арчер, ты с мамой живешь? У Reunited жнец с Макри суперзадры карают по полной. Новая свежая информация. Свежачок, господа. Сайфер с Квейка, да. Именно оттуда. Давайте, наверное, погромче сделаем. Overwatch. Блин, в лобби не хватает какой-то музыки, знаете. Даже в игре музыка есть. Нет, спекхи нельзя. Есть же стримы. Так, а стрим, кстати, у нас от Сайфера есть. От Воина есть. От Трелла есть. Team Project X, но те уже закончили свое выступление. Ну-ка, интересно, что там у нас. Воин. Тут 962 секунды, 961 секунда, 960 секунд. Ладно, проехали. Молчит, как партизанин. Ладно, ждем последнего игрока, последнего стримера или админа, я не знаю, кто там у нас остался. И уже будем начинать вторую карту. Пока что 1-0 в пользу команды Reunited, благодаря тому, что они смогли в обороне защитить груз, не смогли его перехватить, соответственно, игроки команды Сайфера под названием, я который забыл опять, потому что я склеротик, чертов, да, да, Quake Fortress. Да, да. Cypher is Quake, я же тебе сказал, да. У них даже название Quake Fortress. Потому что у них 4, ну, есть люди из Team Fortress, соответственно, это вторая приставка, да, Fortress. Quake, потому что люди из Quake есть, соответственно, Quake Fortress. Вот так тут и образовалось, я так понимаю, у них название команды. Не, возможно, я не прав. Возможно, там какой-то глубинный смысл есть. И я абсолютно дурачил, который не знает. Не услышал, спасибо, пожалуйста. Так, черк-карта у нас есть или нет?
или будет King's Row? Reunited против Quake Fortress. Да, пошел у нас черк. Ханамура и King's Row остались. Скорее всего, будем играть King's Row, как раз-таки Ханамура. Навряд ли будет. И да, King's Row, как я и сказал, я не успел, ребята, увы, вам показать, как происходит черк карт на этот раз, да. Но мы зато знаем, что точно King's Row. А кто еще с Quake здесь? А я не знаю. Я, на самом деле, из Cypher'd, я, ребят, никого не знаю из квакеров. Если мне покажете кайсера, я тогда расскажу много о нем. Ничего. А вот про квакеров, про СК2, про Warcraft, про Dota, я вообще ничего не знаю, поэтому я, увы, не могу ничего сказать. Про Team Fortress 2 вообще не знал, знаете, причем до 2013 года я даже не знал, что... По Team Fortress 2 какие-то турниры проходят. Аль, ты имеешь в виду вообще? Если вообще, то еще, да, Кулер, Каз были. Грамотная речь, приятно слушать. Эх, раньше бы ты меня слушал, когда я КС стримил. Вот тогда было бы, да. А сейчас полгода не комментировал. Запинаюсь, повторяюсь. Что меня раздражает на самом деле очень сильно. Так, рейди. Полетели. А, ты вообще только узнал, понятно. Так, а я... Да, я плюс написался, нормально. Ждем, когда заведут вторую карту. ТФ2 в топ-5 онлайна в Steam. Это да, но не факт же, что по нему турниры какие-то проводятся, правильно? Да и когда последнее обновление было в Team Fortress 2, скажите мне, пожалуйста. Да, давным-давно. Я уже давным-давно уже закинули. Сакинули. Ладно, что у нас по пику? Сайфер, как всегда, на жнеце. Вот это вот, на самом деле самое интересное, когда Анак, Кензи, Шэдоу, Шарик, Форсейкен, Сайфер, все на своих пиках любимых, да, то есть это Шэдоу. На Кензи сейчас возьмет, Кензи у нас на Макри, Анак на, соответственно, саппорте Дзиньяти, Шарик на его излюбленном... О, Фара? Так, подождите, а что у нас за карта? Нумбани, да? О, не Нумбани. А, на этой карте можно, да. Это же Kills Row. Ладно, в итоге. У нас есть Фара, у нас есть Сайфер на Жнеце, у нас есть также Лусио от Форсекена. Шарик на Рейнхарде. У нас также есть Рейнхард в другой команде. Есть Жнец также, есть и два Лусио. Причем два Лусио, серьезно. То есть вы реально взяли два Лусио. Очень интересно. То есть, видимо, один будет хилить, другой, соответственно, бафать. Ладно, посмотрим, как это будет дело происходить. На самом деле нет. Поменяли на Зенет. Понятное дело, что два одинаковых персонажа. Это такое себе разнообразие. Тем более Зенет достаточно сильный, а двух Лусио, как по мне, они не нужны. То есть, да, вы будете передвигаться быстрее, но смысла особого нет от этого, если честно. То есть это... И противникам труднее вас попасть. Но и вы при этом, да, вы привыкли уже к своей определенной какой-то скорости на героя. И вам будет труднее все равно привыкнуть. Это то же самое, что, допустим, какие-то моды на КС, да, допустим, ВКС, World of Warcraft моды и тому подобное. Вы просто привыкаете к тому, что люди быстрее движутся или медленнее движутся, а потом не можете убить, когда они обычно двигаются. Так, врыв от Лусио под бафом, все это дело залетело, сразу же умерло. Смотрим дальше. Сайфер очень интересно. Сейчас должен Рейхарда убивать. Да еще и добавок другого жнеца. Но тем более на нем дебаф висел от его. Дзиньяты, соответственно. 4.29 до конца раунда. Если у нас, опять же, повторится карта предыдущая, то будет все очень и очень плохо, на самом деле. Так, ну что, у нас есть Симметра. Я не уточнил, да? Симметра есть. Которая ставит свои пушки. Интересно, что же она будет делать. Она умерла уже, в конце концов. Ну и что, будет ли захват точки А? Тем более, что два игрока защиты умерло, также три игрока с нападения, что очень проблематично, соответственно, становится захват точки. Ну и ладно, смотрим. У нас пока что единственный, кто может хоть что-то сделать, это Макри. Макри уже начинает у нас назревать своего револьверчика, пытается у Рейнхарда сбить его щит. Ты все, все из про... А, вообще всех про квакера, окей.
Кстати говоря, сзади, да, вот она в интересной позиции Симметра поставила. Молот пошел замечательно, ультанул Павел в двух игроков, насколько я успел заметить. Но, увы, опять же, все очень плохо. Так, ультец от Макри. Но, опять же, щит. Из-за щита он даже стрелять не стал, хотя там достаточно много вносит урон его ульта. Вроде как ульта его в том, что он, да, столько противника, сколько видит, он всем по головам стреляет сразу же. Соответственно, у него 6 патронов, максимум 6 целей может быть. И у нас Макри должен сейчас умирать. Подъежка и другого Макри. Вот это влет просто великолепный от Менда Кусай. И просто парень сделал 3 минуса. Да еще и 4-й полетел. Но, скорее всего, это лучший момент матча. Даже музычка такая заиграла. Что вы, так парень... За стеночкой ворвался. Вообще никто его даже не успел законтрить нормально. Ну и в итоге 2 минуты 3 секунды остается до конца этого раунда. Это первый раунд, господа, напомню. Ох, сейчас опять же Менда зайдет в спину. Но под ультой Зиньята очень проблематично на самом деле будет что-либо сделать. Да, понятное дело, там отхил очень бешеный идет. Кензи на пару с Генжи делает этот минус. И, соответственно, молим за Кензи, потому что у него ультес. Кстати говоря, если вы ультес не до конца прожимаете, то у него откат меньше становится намного. То есть там 75%, насколько я помню. Ну и что, в принципе, захват А точки проходит на ура. Сейчас, скорее всего, да, убьют Жнеца. И есть груз, есть груз. 2 минуты 10 секунд оставалось у них до конца раунда. Добавили еще 3 минутки. И все, можно, в принципе, работать, еще раз работать. Давайте посмотрим за Shadow, потому что очень жесткий Гензи. Посмотрим, как он будет делать сейчас через... Ага, да, на второй этажик. На крышу вообще. На крыше, кстати говоря, сидеть нельзя на такой. Поэтому его сразу... скидывает вниз. Вот посидеть там некоторое время, да, переждать, это еще можно. Но вот сидеть, это, конечно, жалко, что нельзя. Так бы вообще классные карты были, мне прям супер было бы. Ну ладно, у нас врыв, Гензи, она пытается убить Макри. У него, в принципе, это получается. Сайфер тем временем все-таки отстреливает, я так понимаю, танка. Одного из танков. А, у них вообще один танк. Не, подожди. Рейнхард. Да, у них один танк, кстати говоря. Я, кстати говоря, не вижу Фару. Фара почти вообще не наносит урона, никого не убивает. Интересно, как она вообще отыгрывает. Давайте посмотрим за ней. Со стороны можно, в принципе, посмотреть, что у нас происходит на карте. Ну вот, у нас продвигается уже на полпути. Причем продвигается команда Сайфера Quake Fortress. Груз. Вот видим, что пока что отзонивает... Рейнхард врывается, сразу же ультес от Зиньяты, соответственно, под этот ультес надо выбивать всех тех, кто у нас зашел. И просто с распростертыми объятиями Сайфер убивает троих, также минус от шарика. Ну и понятное дело, что уже 1/4 остается груза довести. Ну все, вроде последняя точка у нас, да, последняя точка, до которой надо довести как раз таки груз. Сайпер берет палочку-выручалочку. Ну и понятное дело, что ему нужно ближнего расстояния пытаться убивать. Давайте посмотрим за Генжи. У Генжи сейчас ультес полетел, но его сразу же замансили просто божественно. Ну и что ж, Макри тоже, кстати говоря, ультанул, но я не увидел, сделал ли он минус вообще. Валхала, ой, Валута я точно сделал минус, вот это я точно видел. Ну и выбили все-таки груз, возможно даже... Закончится все это дело очень грустно, но Killzrow на самом деле немного полегче, чем Нумбани та же. На Нумбани действительно защищаться очень легко и просто, вот на Killzrow действительно там потруднее немного. Хотя проходов вроде как намного меньше. Ну ладно, смотрим дальше, у нас пока что 4 минуты 30 секунд до конца раунда. И пытается опять же у нас Макри нарезать. Нужно выбивать в срочном порядке груз команде Сайфера, если они не смогут его довести, то может быть Reunited смогут сделать это за них в следующем раунде. И, соответственно, выиграть вторую карту. Давайте посмотрим за Рейнхардом, потому что у Рейнхарда сейчас будет ультец. Он, соответственно, может заультить сразу в четверых игроков, но он пока что решает просто груз двигать. Уходят. Откатили все-таки. Ой-ой-ой, этот ульт, ну просто только в одного залетел. В итоге Макри пытается нарезать. Макри ничего не получается. Shadow тем временем все-таки сделает с Сайфером по минусу. Сайфера, правда, убили. Остается только один Макри. За Макри смотрим. Потом будем смотреть уже только за иностранцами, скорее всего. Потому что тут у них тоже есть очень неплохие игроки.
Ну и отгоняют обратно уже груз. Отгоняют обратно, потому что очень долго времени груз не забирали у нас команда Quake Fortress. Стадия, это финал, господа, это финал. БВ-5, команда Quake Fortress проигрывает 1-0. По картам. И это вторая карта. Первый раунд. Первый раунд, где Quake Fortress нападение. Ну что ж, пошла ульта от Лусио. Есть у всех щитки хорошие. Единственный ульт, который есть у защиты, это Макри. Макри пока что им не воспользовался. Уже сзади Генжи ворвался. Но опять все очень плохо для команды Сайфера. Чего-то не хватило. Не знаю, чего-то не хватило. Возможно, ульта Сайфера не зарешала. Или я не знаю на самом деле. Ну, действительно. Вроде все было. И Лусио хорошую ульту дал. И Гензи сразу влетел. Троих на себя сагрил. Ну вот все сделали правильно, ребята. Но почему-то чего-то не хватило. Ладно, смотрим. У нас все-таки есть ультец. Кстати говоря, ультец также и у Лусио есть. Кстати говоря, сразу он ее использует. Есть ультец у Рейнхарда, поэтому смотрим за ним. Возможно, он сейчас ворвется. Хотя есть ульт Зиньяты, соответственно, пока что рановато об этом говорить, поэтому пока что он идет защищать чисто вот, весь этот кайт. Но его убивает Shadow Burn. Shadow Burn делает, кстати говоря, 2 минуса. Это, возможно, шанс для них провести дальше груз. Захватить его, как вариант. Да, Рейнхард, Кензи, Сайфер, Шарик остались, но, правда, они еще далеко. И Рейнхард умирает. В этом большая проблема, конечно же. Пытаются они прийти, потому что остается очень мало времени. Нужно довести уже груз как можно быстрее. Потому что, я думаю, у Рейнхард не будет никаких проблем с тем, чтобы довести груз. Но проблема в том, сколько времени это займет у них. Вот в чем проблема, понимаете? Так, ну что, врыв. Возможно, будет ульта. Так, ульты нет, нет. Еще рано, 90%. Вот сейчас еще 10%. И будет последний, можно сказать, врыв. Да, ну ладно, еще может быть два врыва. Но сейчас пока у них груз, можно спокойненько дотащить. Можно выбивать в срочном порядке. Так, Рейнхарда. У Рейнхарда защиты есть. Ульта, он ее как раз таки использует только на одного. Сразу пригвоздил, еще вдобавок. Сайфера убивает. Господи, как же здесь хорошо отыграл. Это просто лучший момент матча должен быть у Рейнхарда. Под ником Windhaven. Небесное крыло. Небесное крыло получается. Wing — это крыло у нас. Heaven, соответственно, небеса. Ну и что ж, опять же груз встал. 50 секунд до конца этого раунда. Ну что, у нас ультов почти нет ни у кого из защиты, поэтому тут, в принципе, может Сайфер зарешать спокойненько. Ну что ж, посмотрим, сможет ли он это сделать. Пошла ульта Сайфера. Сайфер сделал только один минус по Макри. Но очень неплохой дамаг ввалил. И это все равно. Windhaven тоже отлетает. Также Кензи делает минус Shadow. На пару Shadow. И могут сейчас, ребят, дотащить груз все-таки до конца, до последней точки. Все. Team Vibe. Хорошо. Дева взяли. Баф от Лусио на фаст и пытается задержать груз. Понятное дело, это максимум, что он может сейчас сделать. Пытается его, конечно же, убить. Дева. Дива. До последнего просто борется. Ну и пока что все очень плохо. Все очень плохо для игроков защиты, нападения, точнее, для команды Сайфера. И, похоже, это поражение. Они чуть-чуть не дотащили. Нет, еще дополнительное время есть. Обезьяна прилетела. Сразу ставится шилд. Куда? Что? Какая камера? Ты о чем, дура? Ну и вот они все-таки выбивают. Выбивают у нас Сайфера и его команду. Quake Fortress. Ну, поражение во втором... На второй карте в первом раунде. Обидно. Да, и Рейнхард, момент, который я говорил, да, именно этот момент. Сейчас он ультанет. Пригвоздил. Ну и Кензи тут тоже отлетает. Ну вот это был, конечно, ключевой момент. Действительно, очень сильно зарешал. И мы будем смотреть сейчас все в обратном порядке. Соответственно, у нас команда Сайфера будет обороняться. Оборона на Kings Row не такая сильная, как на карте Нумбани, как по мне. Какой счет? 2-1 пока... Ой, 1-0 пока что по картам в пользу команды Re-United. Вопрос 0. Рейнхард лучший. А так близко было. Чуть-чуть не дотащили. Просто чуть-чуть.
вдова? Будет ли вдова? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смеяться под ударами судьбы или оказать сопротивление? Смириться. Смириться. Все время почему-то смеяться говорю. Хотя в тексте у Шекспира смириться под ударами судьбы или оказать сопротивление. Шекспира. Всем доброго времени суток. Я нахожусь на голове какого-то существа непонятного, и я буду вести репортаж именно с этого места событий. Здесь у нас есть 12 человек, 12 странных человек, некоторые в робототехнике, некоторые на роликах, некоторые могут вообще летать. Почему-то они все вооружены и собираются какую-то точку ворвать. Также есть у нас какие-то странные красные стрелочки. С другой стороны, кстати говоря, такие же есть синие стрелочки, почему-то они двигаются. Это, видимо, какая-то новая техника, видимо, чтобы показать, куда людям идти. Продолжаем. Так говоря, это у нас какой-то непонятный предок, видимо, от Зиньяты. Почему-то автобус припаркован, кстати говоря, неправильно. Как выезжать другим машинам, непонятно. Но я все равно веду дальше свой репортаж. Всем здравствуйте, ребят, всем здравствуйте. У нас есть, кстати говоря, вдова. Что самое интересное, вдова, но он... Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Красивая какая. Ладно, поехали, ребят. Смотрим за вдовой, потому что у него... Есть хорошая точка. Непонятно, почему он, правда, с нее спустился. А, он солдата взял, все. Все, то есть никого на... На горизонте не было, поэтому, понятное дело, солдат будет лучше, чем вдова отыгрывать здесь. Возможно, был мисклик, кстати говоря, ангел у нас есть. Крысавчик есть, господи, да ладно, все, крысавчик, за крысавчиком смотрим весь раунд, потому что... На турнире не было ни одного красавчика. Кстати, у него интересная пассивка очень. Он перед смертью выкидывает свои вот эти хаешники, да, и на них может все равно подорваться противник. Даже после смерти он достаточно опасен. Опасен, ульта его вообще великолепная. Правда, контрится очень легко. Просто убиваем эту машинку, или я не знаю, колесо это чертово, да, и все. И это изи-пизи. Ладно, у нас тем временем солдат все-таки отстреливает одного, это был Фара. Фара, кстати говоря, на этой карте, я повторюсь еще раз, достаточно неплоха, минус, как-то все плохо совсем. То есть, если у нас команда Сайфера на последних секундах, можно сказать, это сделала, да, то ребята сейчас делают это на первых секундах и просто, я не знаю, им нужно вести, еще раз вести груз до последней точки, просто довести его, и это уже 2-0 будет в пользу команды Reunited. Да, Арчер, дай-ка угадаю, там корабль Сувард Стайла. Ну я угадал, да? Видео именно это. Ладно, я понял. Давай смотреть за Ангел. Ангел тоже, на самом деле, у нас второй раз только взялся за все эти матчи. Возможно, в других параллельных матчах тоже был Ангел, но на самом деле неплохой медик. То есть левая кнопка мыши у него лечит, причем очень сильно лечит, да. Воскрешает игроков. То есть, соответственно, если идет батл какой-то, то он может воскресить двоих. Все, сразу же воскрешает двоих. Продолжаем битву сразу же. То есть вообще замечательный герой. Непонятно, почему его так мало берут. А им врубился у нас у солдата. А, из Брюса Всемогущего. Вот это я понял. Все, я понял. Спасибо. Спасибо, Арчер. Я думал, что ты обо мне лучшего мнения, но... Раз уж я так невнятно разговариваю, ладно. Так, что у нас? Есть вот так, кстати говоря, у Рейнхарда. Рейнхард может спокойненько заультить, остановить все это дело. А где у нас находится, кстати говоря, груз? Груз у защиты. У защиты. В этом большая проблема, да? Соответственно, сейчас Рейнхард должен просто врываться... Все его игроки на грузе, хотя нет, можно, в принципе, просто на груз встать, да, со своим щитом, и вообще наплевать на все. Да, барьер долго не продержится, 300 всего лишь осталось. Всего лишь осталось 300. Слишком болеешь за Реал. Так я за своих же болею, ребятки. Я же за своих болею. Ладно, Винхэван тем временем отстреливает нас Форсейген своей волной. Ну что ж, очень далеко уже прошли, на самом деле. 6.44 осталось, но сейчас самое забавное то, что... в чем была проблема у команды Сайфера? В том, что
база, да, у защиты, она уже рядом, очень рядом с, находится с точкой невозврата, так сказать. Последняя точка. Эх, ульта Рейнхарда, двоих, замечательно. Даже... А, он промахнулся, шарик Акела промахнулся, господи. Ладно, в итоге у нас есть, кстати, время ульта. У Макри, возможно, он сейчас используется или нет. Там щит, опять же. Ангел до сих пор здесь. У Ангела, кстати говоря, есть ульта. Может кого-нибудь засейвить, кому-то воскресить, к примеру. Да, убивает у нас Мендо Кусай. И, в принципе, вот теперь уже все может поменяться для команды Quake Fortress, потому что у них постоянно идет добор человек. То есть они постоянно приходят на точку быстрее, нежели пока добегают атакующие. То есть атакующие поэтому должны постоянно прибегать все вместе, да, то есть если кого-то убили, дожидаться его, потом уже врываться куда-то. А у защиты все немножко по-другому. То есть они могут биться, кого-то убили, да, они бьются дальше, плевать на все. И после этого они... Продолжают биться после того, как через буквально 10 секунд уже приходит обратно чувак, который до этого умирал. Ну и все. Ладно. Мендо у нас на Генже. Посмотрим за ним, наверное. Что у нас есть, кстати, по ультам? По ультам есть... Ульта от Лусио полетела сразу же. Обезьяна. Будет ли вот вопрос? Вот чем вопрос. Будет ли ульта? От него будет интересно, на самом деле, посмотреть. И поехала дальше. Поехала дальше у нас... Вагонеточка, убили почти всех. Вот Зенята вроде остался жить. Нет. О, полет Сайфера на базу. Кто видел, тот увидел. Его, походу, Лусио сдвинул, вот и все. Ладно, в итоге у нас все-таки выбивается. Ну блин, это великолепная игра. Где вы еще увидите, где Зенята просто железным... Железной ступне будет пинать обезьяну, которая лежит. Даже ты. Я просто ору. Где вы еще увидите, чтобы летающий робот пинал обезьяну? Переростка, скажите. Час простаты. Да нигде вы это не увидите. Ладно, чуть осталось совсем, на самом деле, команде нападения доехать. Давайте посмотрим за Рейнхардом Сайфера, потому что за Рейнхардом Quake Fortress. Ну что у него есть? Ультецкий очень хорошо вернулся, кстати говоря, от ульты шарика. Ой, господи, извиняюсь, ребят. У Quake Fortress за защиту сейчас. Молот пошел, ну и похоже, да, похоже 2-0 в пользу команды Reunited, господа. Ну что, Рейнхард будет опять? Нет! Минус один пошел. Ультецкий полетел. Второй пошел. Сразу же 80% хп снял. Да еще сейчас и Лусио убьет. Возможно, еще бы убил Сайфера. Как вариант, да? Сайфер там на жнеце был рядышком с Лусио. Но это 2-0, господа. 2-0 по картам в пользу команды Reunited. Ну и похоже, действительно, все сходится к 3-0. И вот на что похоже мое комментирование. Спасибо большое главному администратору, который проводит этот турнир, за такие хорошие мнения, за хорошее мнение о комментаторе, ладно. Ну что, полетели, second map, second side, second round. Что second round? Какой second round? Вы о чем, господа? Не переживай, его никто не любит. Не, я ж потом пересмотрю обязательно.
Я действительно там. Или нет? Так, я не понял, что у нас сейчас. Сейчас третью карту должны черкать же, ребята. И да, они уже драфтят, крафтят. И давайте я вам, наверное, покажу, как это происходит. Ждем, когда забанят у нас. Один из его команды совсем без шансов отлетели раньше. Или хоть была борьба. Он спросил у Джуса. Джус, он в чате сидит. Вась, что с тобой, а что со мной не так? Ну да, миссия определенно. Не, я вот вырежу момент, где Дэн просто падает с обрыва. Вот прям. Ай, хорошо. Так, что у нас? Минус Кингсгроу, минус Дорадо, Вольская, Гибралтар, Тауэр, Анибус, Анубис, господи. Ханамура, Голливуд, Номбани и Непал. Но вот я делаю... Я думаю, что будет либо Голливуд, либо Непал. Скорее так. Ну давай, послушаем. Как же я там стримлю? А это без мата, да? Ладно. Я вас понял. Да, Непал. Непал будет играться. Я же забыл, что я показываю. Жусь, ты был очень хорош, только Тим не очень. И так каждому стримеру говорят. Абвер, ты был хорош, просто Тима не очень. Дэн, ты был хорош, просто Тима не очень. Стик, ты был хорош, просто Тима не очень. Не-не, успокойся. А, я не убрал, да? Ты сам просил поставить. Теперь говоришь, перенеси налево, а то смысл от него. Не, мне вообще оставить или не оставлять? То мне никаких указаний вообще не дали. Good game, соберитесь. Уже пофиг. Ну вот. Так, ладно, у нас Непал. Ну, блин, опять эта картинка. Да уберу, ребят, в начале уберу. Видно, кто кого убивает. Я понимаю, ребят, я понимаю. Я если на предыдущей карте не убрал, ребят, вы мне пишите обязательно, если я забываю убрать, потому что я не буду говорить, в общем-то, из-за чего стоит картинка, но она стоит не без дела, как говорится. Я без гильдии 6 дней, я останусь одна. Там просто в том углу. Я... Арчер, я его убирал. Я его убирал, когда начиналась мапа, я его убирал. Возможно, на последней карте я его просто не убрал. Это вот единственная карта, которую я не помню, убирал я или нет. До этого все время убирал. Так что... Да ладно! Лер, серьезно? За что? Почему? Арчи поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно. Самый лучший стример. Кэпа. А вот Кэпа добавляет, конечно же, изюминки к этому донату. Спасибо большое, Арчи, за 50 рублей. Скоро игра. Как только, так сразу, как говорил мой дед... Я твой дед. В смысле, ты так захотел? Ты захотел, чтобы тебя кикнули? С гильдии?
Нормально, блин. Ну ничего, пойдем сейчас новую гильду искать. Всей семьей. Ну и начинать-то будем, нет? Unfixed! Потеряли Unfixed, ребят, топ. Кто найдет Unfixed, пожалуйста, позвоните по номеру 8-800-555-3535. Аркейдж, Джуз. Unfixed потеряли. Парень решил не играть в финальчик. Вернулся, вернулся. Нашли, все, позвонили, все. Непал, ребят, захват точки. Захват точки, на которой, кстати говоря, играли у нас Team VE против команды Good Game, как раз таки на этой карте. Полеты фантазии. В исполнении Денруса. Лучше позвонить, чем Unfixed, да, потерять. Не, как-то не так. Как-то не так получается. Ладно, что у нас по пику? Блин, пик постоянно одинаковый. Ну вот, наконец-то, трейсерка есть, да? Трейсерка есть, а у нас есть и Гензи, которому наплевать на нее по большему счету, да? Потому что он сам такой же бегающий, прыгающий. И Макри, который уничтожает просто трейсерку. Ну, вот Жнецу, да. Жнецу потруднее будет ее законтрить. Лусио тоже наплевать по большему счету. Взял, оттолкнул, побежал дальше. На бафе своем. Зиньята. Но Зиньята, да, я даже не знаю. Да, Господи, Unfixed пришел с новыми идеями. Посмотрите на этого борца за справедливость. Супер свин. Супер мега свин. Супер хряк. Или просто пуки. На самом деле, имеет достаточно очень огромный, просто безумный огромный урон. Также на Непале он чем хорош? Тем, что он может, в принципе, выкидывать за пределы карты, да? Но вот против таких-то вот типов ему очень трудно. Но у него очень огромный отхил, благодаря чему он очень много может выжить. И ему даже особо не нужен никакой хил. Так, пока что, кто у нас вообще за кого? Кензи, Форсейкен, Шэдоу, Сайфер. Значит, у нас за красненьких играют, ребят. Команда Team For... О, не Team For, а Quake Fortress. Quake Fortress пока что... Ну, опять же, поменяли вот это вот синее справа, а сверху слева, да, вот это вот. Неудобно, неудобно смотреть, на самом деле. Ладно, что у нас? Валута... Ай-я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 й. Морте. Unfixed, Too Easy. Винхевен и Мендакусуай. На самом деле интересно посмотреть именно за трейсерка, потому что здесь она может делать очень много сделать. Правда, дамаг у нее не такой большой, да? Но зато бомбы есть вообще великолепные. Сразу же от Менда. Но 36% уже есть у команды Сайфера, у команды Quake Fortress. Надо сейчас как-то захватывать точечку. Вот она очень красная. Ну вот опять же, Макри просто дает ешку и все. И это изи пизи лемон сквизи. Ну что ж, на самом деле, как по мне, первый раунд даже уйдет на 300 рублей. Может, ты съедаешь немного слова, но за комменты спасибо. Пожалуйста, спасибо тебе большое за поддержку. Огромное тебе спасибо. На самом деле, у меня уже голос немного устал, и я, возможно, из-за этого пытаюсь очень быстро комментировать. Ну ладно, у нас влетели уже ребята из команды. Ну просто это божественно. Это божественно! Сайфер! Вместе с Шэдоу, опять же, тащит просто игру. Просто было три ульта. Это была ульта от Лусио, которая дает сразу же броню всем. Да, это Жнец, который просто сразу же убивает всех на своем пути вокруг. И, соответственно, Гензи, который ультует. У него действительно достаточно большой дамаг на близком расстоянии. Таблички. А, я ГГ не убрал, да? Вот я говорю, блин. Напоминайте мне! Вот, да, Логан не убрал со своим... А, да-да-да. Отвлекли. Так, ну что?
Объект оспаривается, в принципе, все на волоске стоит. И сейчас только от Сайфера, по большему счету, все зависело теперь от Гензи. Гензи может, в принципе, нет, не сможет выбить, конечно же, здесь троих. Ему нужно в срочном порядке уходить, а у него шифта на КДшеньке. Поэтому уйти он никак не смог, поэтому ребята сейчас пойдут четвером. Четвером пойдут, кстати говоря, у Сайфера уже ульта откатилась. Соответственно, он может просто на точку залететь и уничтожить всех и вся. 99%, кстати говоря, у команды красных, у команды Сайфера, Квейт... Quake Fortress, да, и, соответственно, он может зарешать спокойненько игру вместе, с, опять же, с Гензи, у которого есть ульта. То есть два таких, можно сказать, милишника просто ворвутся. Но вот Гензи все-таки сделал свой минус. Сайфер пока что не смог пробить из-за щита, по большему счету, обезьянки. Но вот смог все-таки отстрелить как минимум одного, но этого слишком мало. Рейнхарда ему просто так не отстрелить сейчас будет, потому что он может, в принципе, и пригвоздить его и щитом прикрыться. Но вот щит, понятное дело, надо как-то проходить. Тут еще и обезьяны, еще и... Дамагер Unfixed убивает одного из противников. Мендо Косуай как раз таки убивает своего брата-близнеца. Жнеца. Ну и 65% уже набирается. Требую 2-1, требую камбэка. Но сейчас, если действительно ребят проиграют, они не смогут, если выбить 1% забрать, то это будет очень грустно на самом-то деле. Ну что ж, Шарик, все зависит от тебя. Шарик, у тебя есть ультец, ты можешь просто влететь, убить всех направо-налево. Тут жнец очень хорошо мансует, соответственно, отвлекает на себя все внимание, да еще и убивает Форсейкена. Соответственно, нет бафа, нет хила массового. Убивается, соответственно, сейчас сразу два танка должны, по крайней мере. Давай, Рейнхард, Рейнхард, тем более дебаф на Рейнхарде другом. Соответственно, да, есть все-таки минус, у него фулл ХП, объект оспаривается. Сейчас главное его захватить и оставить при себе, выбить всех остальных. Рейнхард куда-то в стену уперся, в итоге остается Лусио, и Рейнхард Лусио сейчас должен, да, делает все-таки хилку. Ну, 99%, дополнительное время, 99 на 99, дополнительное время, все решит. Господи, Лусио пытается все-таки с Рейнхардом, нет, Рейнхард умер. И все-таки команда Сайфера побеждает в этом раунде. Я так понимаю, да? Да, да, да. Да! Команда Сайфера победила в этом раунде. И у нас второй раунд. Немного поменялась карта, соответственно, господа. Да не говори, вообще. Ужасная молодежь. Перенеси лого в левый верхний угол и забывай его отключать сколько угодно. Не-не, лихо. Он не для того был создан. Так, ладно, что у нас? 30 секунд до объекта, до того, как объект активируется. Есть, кстати говоря, солдат. Что у нас еще изменилось? Пока что... А, вдова, кстати говоря, есть. За вдовой можно посмотреть. Вдова. Ну вот опять же, щит вдове вообще никак не дает работать. И только вот таким образом она может что-то сделать. В ближнем же бою Гензи ее точно убивает. Ну что ж, Мендо, я думаю, поменяет своего персонажа. Не будет на вдове отыгрывать. Ну давайте посмотрим, будет ли, не будет. Так, объект активен, соответственно. И он захватывается командой Reunited. Да. Смотрите, все равно вдова. Вдова пошла. Reunited проигрывает третью карту со счетом 1-0 по раундам пока что, но вторая карта, второй раунд у них заходит получше. Тут немного геометрия карт все-таки изменилась. Вот Свинтус своим дробовиком. Мне интересно, чем он там добавляет? Гвозди, что ли, добавляет? Почему они огненные такие? Мендо Косуаев делает два минуса за вдову. Тут еще и Свин делает минус. Ну, второй раз уже в мертвого кидает свой хук. 32% уже очень много на самом деле. Потому что еще сейчас Team Vibe, соответственно, будет где-то 50%. И будет выбиваться, пытаться точка. То есть где-то примерно по времени два раза еще попытаются выбить. И плюс дополнительное время, возможно, даже три. Команда Сайфера. Да, Сайфера, извините. Который называется у нас Quake Fortress. Еще раз напомню, ребят. Quake Fortress против команды... Где мне вода? Я воды нет, нифига. Ладно, у нас пошел Свин нарезать с ульты. Кстати говоря, она очень сильно отталкивает. То есть можно спокойненько попытаться кого-то сбагрить на улицу, сбагрить с обрыва. Ну и красненькие, да, смогли все-таки Quake Fortress захватить точку на 59%, да? То есть все-таки примерно мои ожидания были верны. Ладно, у Кензи... точнее, Зиньят и у
Кензи были ульты, которые они могли, в принципе, использовать, чтобы оставить точно при себе точку. Но сейчас нужно похилиться в срочном порядке просто игрокам. Вот это Кензи, допустим, да, у него очень мало хп было, да, все, досталось ему хилка. Где мой прицел? Я понять все не могу до сих пор. Я уже 5 часов негодую, где мой прицел? Вдову, кстати говоря, поменяли на Гензи как раз таки. Гензи, вот он, бывший, так сказать, вдова, да. И, похоже, у нас Гензи сейчас отлетит, поэтому даже смотреть за ним не будем. Солдат у нас есть, солдат против Гензи. Гензи проиграл в этой перестрелке, потому что до этого все-таки него еще поубивали. Ультец полетел, но тут свин, свин-паук все-таки зарешал. Ладно, в итоге у нас объект оспаривается. Скорее всего, займется он командой Reunited. Что, в принципе, делалось, но вот опять захватили Reunited. Там было 3%, да, 69% было у команды Quake Fortress. Теперь, как можно заметить, все под контролем. Да, переходит от одного к другим просто. Шарик сейчас будет рваться, скорее всего, у него добавок, ко всему есть ульта, ультует как раз-таки вдвоих вроде. Куда улетел шарик, алло? Полет фантазии просто. 83% уже, все на мели. Если сейчас Тиму вайпнут, то очень будет трудно что-либо изменить. Анак только первый вышел. Но вот сейчас нужно Лусио. Нужен Лусио. Добавить звук и все. И полетели сразу же. Там тем более сейчас 6 человек. Сразу же ультецкий пошел. Сразу, чтобы не убили изначально с тиммейтов. 98%. Все, пошло дополнительное время. Если в дополнительном времени они смогут хотя бы остановить дополнительное время, да, то будет замечательно. Но походу нет. Походу 1-1. И, да, приготовьтесь атаковать, господа. И вот он, наконец-то. Наконец-то третья часть этой карты. Третья часть, самая лучшая, где Лусио просто должен уничтожать. Сейчас, конечно, посмотрю, та ли эта карта или нет. Может, я вообще путаю. Но нет, нет, это та карта, и я вам покажу, где можно, на самом деле, за Лусио даже на том же паблике просто уничтожать на этой карте на третьем раунде. Я спокойно тащу в соло за Лусио на этой карте вот, третий раунд. Всегда. Там просто пачками улетают ребята. А вот, ребят, объясняю, тут есть такая фича, да, вот тут, прямо на точке, да, вот такая вот пропасть. То есть, соответственно, можно просто скидывать всех в эту чертову пропасть, и это изи-пизи. Поэтому Лусио в одной и другой команде это must-have в данный момент. Ладно, смотрим, что у нас. Хензи, дебаф сразу же повесили. Тут и обезьяны есть, причем в одной команде только. Сразу же щит поставили, Гензи влетел, но с дебафом, конечно же, он не жилец, обезьяна сразу же... И, кстати говоря, Ханза на этой карте тоже достаточно неплохо, так же, как и Фара. Фара, почему бы и нет? Потому что очень компактные, то есть, стрелять особо даже париться не надо за Ханза, тем более там дамаг достаточно бешеный. Ну, посмотрим, сможет ли он какой-нибудь минус сделать. Моя стрела нашла цель, молодец. Первый раз, кстати говоря, в Ханзе вижу за этот турнир. Кстати говоря, я так понимаю, очень хорошие наушники. Ребята реально слышат, что, где, кто бегает. Потому что я лично не запарился на этот счет. Вот в КС я запарываюсь, да. В Overwatch я не запарываюсь вообще, кто где рядом бегает. Сайфер тем временем отстреливает у нас одного. Давайте посмотрим за ним. Все-таки он может еще и Ренхарда убить. Эх, сейчас бы ультануть, но все нормально. Пока что выигрывают все-таки у нас команда Reunited на третьем раунде. Но ненадолго, потому что они... Потеряли по полной программе точку. Давайте посмотрим за Forsaken, который будет, скорее всего... не будет, ладно. Они какие-то медленные. Они собирались вместе достаточно долгое время. И теперь уже под баф, соответственно... Так, ульте, кстати говоря, от Гензи. Под баф Лусио влетали, и тут уже, может быть... Грязь. Шедоу тем временем делает 2 минуса. Ульта от Лусио сразу же пошла хорошенькая. Вот Гензи убивает все-таки Шедоу. Ну и захват точки С. Соответственно, третьей точки, да, у нас было А, Б и в третьем раунде С. Соответственно, смотрите, сейчас как должны, как-то все должно действовать. Вот он тратит не туда, на самом деле, немного. Да, немного не так, как по мне. То есть у него была возможность сейчас, допустим, одного спихнуть просто. Это сразу же вайп игрока. То есть он сразу же телепортируется на свою базу.
Ладно, в итоге у нас 60% уже у команды Cypher, то есть, соответственно, они очень близки для того, чтобы сделать счет 2-1, и мы будем смотреть уже четвертую карту. Действительно, ни одна команда не закончила с счетом 2-1, все было 2-0. Возможно, будет и 3-0, если, конечно, сейчас ребята из команды... Я уже заболтался немного. Reunited. Команда Reunited. Если захватят. Захватят, господи. То все будет у них замечательно. Ладно, смотрим, что у нас Зенит. Будет ли ультец? Ультец прямо сейчас нужен. Просто два человечка у нас лохиповых. И просто влетать под ульту. Почему нет? Непонятно. Ладно, ульта Лусио спасает положение. Зенит очень неплохо отыгрывает. И у нас тимвайп. Тимвайп от... Остался только шарик. А, нет, шарик первый умер. Шарик первый умер. Да, вот у нас остался Кензи. Кензи ждал своего танка, соответственно, после этого уже начнет движение. Ну что, очень хорошо сейчас Кензи залетел, но его все равно убивают, правда. Это красавчик, красавчик просто убивает на раз, два, три. В итоге у нас все на волоске висит. 99% у команды. Вот это полет фантазии. 99% у Quake Fortress. Им нужно просто захватить, выбить один раз. Выбить просто всех один раз. Но это достаточно проблематично, потому что им даже не дают зайти в этот храм, священный храм, в котором стоит эта точка, которую надо уничтожить. Кензи зачем-то залетел, непонятно для меня зачем на самом деле. А, так, подожди. А, тьфу, господи, это же свои. Я просто дальтоник, ребят, иногда путаю цвета, не волнуйтесь об этом. Ладно, смотрим, что у нас есть у Форсакена. Ульт убивает у нас Гензи. Убивает также еще одного игрока. Это Кензи Макри. Пошел ульт от... Ну, просто они бессмертные. Они просто бессмертные. Сайфер и Анак делают два минуса. Но, опять же, красавчик делает еще два минуса. Возможно, это будет даже ВП. ГГВП. Благодаря красавчику, который уже сделал 5 киллов просто, ребят. 5 киллов. Если не больше, конечно. Его все-таки убивают. Минус от Кензи. Но тут надо просто дожать до конца одной или другой команде, потому что это целая карта. Да, 99%, но это целая карта. Обезьяна прыгает, начинает минус Кензи. Валютая сразу же минус 2 дает. Все очень неплохо происходит. И кто же выиграет в этой перестрелке? Минус Кензи, похоже, да. Сафир тоже, похоже, отлетает. И, похоже, Сафир проиграет в этом матче. 3-0. Нет, 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 нет. Хочу четвертую карту. И да, это 3-0, господа. Финал выигрывает Reunited. Но боролись команда Quake Fortress очень достойно, господа. Всем спасибо за просмотр. На этом турнир заканчивается. 8000 получает первое место. 4888 второе. И там где-то 3000 или 2000. Я точно не помню. Третье место получает у нас команда Team V, насколько я помню. Ну, Cypher очень хорошо боролся. Запись будет, да, ребят, записи будут на Ютубе. Все оно будет на Ютубе, кстати говоря, запись выключу для Ютубчика. Там одна будет.